Я не скажу, что я прям именно... Извини, пожалуйста, чешется почему-то у меня петля там раздражает. Но ничего страшного. Хорошо. Не знаю, почему-то сейчас мне пришло первое в голову. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее почему-то. Хотя, в принципе, моя жизнь не вот что такая сложная, но этот тезис, он как-то так прям тоже жизнеутверждающе звучит. Ну, с улыбкой по жизни — это не мудрость, это просто мой жизненный девиз и жизненное кредо.